Друзья, всем привет! Вы на канале Boston Auto, с вами Алина, и сегодня Максим приобрел у нас автомобиль. Максим, расскажите, пожалуйста, откуда вы? Мы из Клецкого района, хутор Калмыковский. Живу там, в принципе, вот. Нужна была машина, зашел на Авито, нашел Boston Technic, зашел, приехал, позвонил, договорились, все устраивает. Сюда приехал, объяснили, показали, понравилось, взял. А подскажите, пожалуйста, а давно вообще искали автомобиль? Да нет. Зашел на Бостон и сразу нашел. Все, что долго искать? Я поняла. А подскажите еще, а у вас какое-то хозяйство свое занимаетесь, правильно понимаю? Да, животноводством занимаюсь своим. Угу. И давно? Да всю жизнь. Лет 20 точно. Я вас поняла, 20 лет занимаетесь. А подскажите, вообще планируете в будущем еще приехать к нам? Ну, когда накопим на новый, тогда за новым приедем. Отлично. Тогда я желаю вам успехов в наступающем году. Ага. Так сказать, уже, чтобы было у вас много достижений, так сказать. Да. Много всего. Цели, достигнуть, да? Все цели. И за покупками ждем вас к нам в салон. Спасибо большое.